А мы пришли на сеанс в кинотеатр, и в какой-то период времени вдруг выключился фильм, включили свет, и нам объявили, что кинотеатр заминирован, и люди должны срочно покинуть территорию кинотеатра. Мы сидели, фильм смотрели, и ничего никто не сказал, пока уже сами там не начали спрашивать, что случилось, то, говорят, заминировали. Ну, спокойно все вышли на кассу, там денег хотели забрать. Ну, или хотя бы узнать, когда мы можем там или досмотреть. Паники ничего не было? Да какая паника, всем все равно. Ну, в кинотеатре Довженко были просмотры телесериалов или там каких-то фильмов художественных. Вот. И прошла информация по 102 о том, что кинотеатр заминирован. Выехала следственная оперативная группа, провели следственные действия, информация не подтвердилась. На предпоследнем сеансе приехали с милиции, сказали, что был звонок о заминировании кинотеатра.